Всем привет! Я в парке. Короче, вот так вот я делаю. Просто падаю на траву и, короче, валяюсь. Хочется домой, хочется пожрать, но первым делом, короче, вот так вот поваляться в траве. Некоторые стали писать, что я очень изменилась, поменялась. Я действительно поменялась, просто стала делать то, что я хочу. Вот хочу полежать в траве, вот по мне, фу, жук лазит. Короче, куча жуков тут. Просто так устала, так уже замахалась, думаю, да гребись оно все. Просто тупо в парке бухнулась. Люди компаниями отдыхают, а я одна. Ничего страшного. Если не с кем, так что ждать? Классно так вот. Только что птички пролетали. Такой пахучий. Всем привет! Только что, короче, сдала экзамен. Пришла, значит. Мало то, что опоздала на нервной почве, короче, стало вроде нормально. А в реальности я уже опаздывала. Как-то затормозила. Получается, что вышла в 20 минут 9 и прибежала, не поняла, куда идти. Короче, споткнулась на ступеньках, сердце чуть не вылезло, чуть не заплакала. Ну, короче, такое было состояние. Очень, конечно, странное. До сих пор немного осталось. Но вроде уже успокоилась. Ну, вроде собралась, так было, значит, у меня задание, короче, массаж классический для надгарстка. Ну, много там ошибок было, ну как, были ошибки у меня, допустим, надо было столик продезинфицировать перед тем, как поставить на место. Потом надо было постелить бумажку на стол, я забыла, потом я растеряла, забыла. Надо было, короче, сначала руки умыть, а потом одеть перчатки, а потом и перчатки продезинфицировать. Ну, в общем, не знаю, короче. Растиралась вообще. Но учительница сказала, что вроде, ну, они сразу же ставят, наверное, баллы. Я не знаю как. Но сказала она, что да, я прошла. Были бленды, но... Итак, пришла домой, накупила еды. Просто смешно, что еды столько набрала. Короче, ветлины такие взяла. Сейчас хочу журик сварить. Знаете, где-то приправа? Белый барш. Где ее дело? Ага, тут. Ой, короче... Вот она. Так люблю журик или вот это бар. Ну, такое еще не пробовала. Мне кажется, это то же самое почти. Потом купила такую пиццу. Сдержалась. Хотела взять просто пиццу готовую. Но она 3 злотых. Думаю, нафига аж за 3 злотых брать, если можно, короче, уже такую большую за 11 злотых. Потом картошки взяла. Помидоров. Огурцов. Пепси. И такой хлеб классный. А, еще это, сладости взяла. Сейчас, наверное, сразу поем сладости с пепси. А то пока дождусь той пиццы, так перехочется. Вот так вот. Такие пахучие эти штуки, эклеры. Класс. Так пахнут вообще. Ах.
Во. Часто птище з кремом. Часто пажоне, випальнене кремом у смаку аєрконяковим. Удекороване пудром.